Valstelemet och Kualatin och Moro Dei Rete Boga. He's saying a good day. Молодец, glad to be here. Молодец, сразу разобрался. Сразу разобрался. Ты мне место здесь устрой, брат, а? Брат. Да. Значит, я иногда переживаю нечто подобное сегодняшней встрече. Вам, конечно, все это, наверное, неизвестно. Мы организовали вот мой поезд сюда к вам неделю назад. My trip was planned just recently. Well, a week ago. 1 week ago. Ростислав мне позвонил. Russell called me. Написал, правда. Позвонил, написал. He wrote me a letter. И мы решили приехать сюда. And so we decided to come visit. За два дня до его электронного письма. 2 days prior to his text message. Я получил это кольцо. I received this ring. Это кольцо, если вы сможете увидеть, я не знаю, видно или нет. Нет, наверное, нет. Кольцо, оно сделано в Антиохии. This ring was made in Antioch. Антиохия – это в Турции. Antioch is found in modern-day Turkey. Это город, в котором жил и работал апостол Павел. This was the city that Apostle Paul labored in. Летом я был в Антиохии. In the summertime I was here. И я познакомился с армянской церковью. And I met an Armenian church. В этой армянской церкви сейчас 350 членов. In this church they have 350 members. Начала существовать эта церковь всего несколько лет назад. The church was only founded a few years ago. И начали не возвращать веру 50 тысяч армян, которые были заставлены конвертировать в ислам. And there were 50,000 people that were trying to be converted to Islam. Not trying. They were powerfully converted to Islam. They were converted under pressure. After the World War II. После Второй мировой войны. И теперь Бог начинает творить большие чудеса. And so now God is doing some great works there. В этой церкви брат делает такие кольца. And so the brother at that church, he makes these kind of rings. Они из серебра. They are made out of silver. И прекрасный камень, который есть только в Тарсе. Это город, где родился Павел. And there is this one rock that's made only in Tarsus, where Paul was also laboring. Мне привезли это кольцо как подарок. They gave me this as a gift. И сказали, что это кольцо будет открывать двери в церкви, в которой еще никогда не был. And so this will be as the ring that's going to be used to open doors to the churches that are not in existence yet. Но когда Ростислав мне написал, что его зовут Рассел. And so when he wrote me, he said that his name was Russell. Well, Russell, на немецком языке Russell — это некрасивое имя. And so Russell in the German language, it's not a pleasant name. Я не буду тебе объяснять, что это означает. I can't explain what this means in German. Вот. А когда он здесь представился, сказал, что меня зовут Ростислав. But here he presented himself as Ростислав. And Ростислав means growing glory. And Ростислав means glory. Yeah. Расти слава. Growing glory. Расти слава. Growing glory. Я приехал сюда, познакомившись с ним, понял, что это первая церковь, которую Бог открывает нам на миссию в мусульманском мире Турции. And I came here understanding this is the first church that God's opening the door to ministry in the Muslim nation. Поэтому вы не радуйтесь тому, что я приехал. And so do not rejoice the fact that I came here. Я, наверное, привез вам работу. I perhaps came with a labor set forth for you guys. А когда привозишь работу, радость обычно меняется. But usually when you come forth with like some work involved, joy turns to mourning. Когда мне Рассел Ростислав сказал, как зовут вашу церковь, when Russell he shared what the name of the church is, и я познакомился с вашей церковью в интернете, and I became familiar with your church via the internet, мое сердце заликовало. My heart started to rejoice. Многие годы уже езжу по этому миру, пытаюсь убедить церкви стать церковью на горе. Many years I've been traveling the churches, trying to convince people to become a city on a hill. Потому что церковь на горе — это название взято из Матфея, 5 глава, 13. Because the name City on a Hill is taken from Matthew chapter 5. Стих 13 по 16. Verses 13-16. Там сказано, что мы, христиане, Христос своим ученикам говорит, мы христиане, мы его последователи. Jesus here is speaking to his disciples, his followers, saying, we, мы соль земли. We are the salt of the earth. И мы свет миру. And we are the light of the world.
И свет не ставят где-то так, чтобы его никто не видел. And light is never placed in a hidden place. Свет ставят на самое высокое место в городе. It's always placed on a very elevated place in the city. Чтобы она светила всем. So that it would shine and make itself known. Наше миссионерское задание в мире стать церковью на горе. Our missionary objective is to become the city on a hill in the world. Стать церковью на горе, чтобы видели этот свет Божий во всем мире. To become that city on a hill so that they would see the light of God emanating in the whole world. Честно скажу, я впервые в церкви, которая так называется. Truly, I will say to you, this is the first time I am present in a church with this kind of name. Я вас поздравляю. And I greet you. Но вы знаете, как становится церковью на горе? But you know how a church becomes a city on a hill? Вы знакомы с предпосылками такой церкви? Are you guys familiar with what it takes to become such a church? В Библии, в Матфея, в пятой главе Матфея нам это сказано. In the fifth chapter of Matthew, Jesus sheds light on it. Прежде чем сказать своим ученикам, вы соль земли, вы свет миру. Before he ever says that you are the salt of the earth or the light of the world. Христос говорит своим ученикам, блаженные те, которые, называет девять таких квалификаций. Jesus starts and he says, blessed are you, and he gives and lists nine qualifications. Блаженство – это изначальная точка такой церкви. Blessedness is the start of the formation of the church. Блаженство – это состояние абсолютной гармонии. Blessedness is a state of absolute harmony. Блаженные люди – это люди, которые знают себе цену. Blessed people are those who know their worth. Они знают свое призвание. They know their calling. Они понимают, как общаться правильно. They know how to react properly. Блаженные люди – это люди бесконфликтные. Blessed people are such that they do not have conflicts. Они несут в мир свет и соль. They bring forth peace and light. А свет и соль – это основные элементы жизни. They bring forth light and salt, and these are the basic elementary elements for life. Ну вот попробуйте посадить дерево в абсолютной темноте и ожидайте плодов. Just try for a second to place or to place a tree somewhere where it's completely darkness. У вас не будет плодов. You will never receive any fruit. Вы ничего не увидите. You will never see anything come out. Ваше дерево сгниет. Your tree will wither. У вас не будет результата. You will have no results. Попробуйте забрать всю соль с нашей земли. Try to take all the salt out of this earth. У нас не будет жизни. We will have no life. Свет и соль – это основные, основополагающие элементы жизни на земле. Salt and light, they are the fundamental elements on our planet Earth. И Христос говорит, вы, церковь моя, вы свет. And so Jesus, he turns to his disciples, his followers, he says, you are the light and the salt. Вы свет и соль. You are salt and light. Вы мои, мои элементы жизни. You are my elements that give life. Но для того, чтобы стать такими элементами жизни, нам нужна определенная культура. But to become such givers of life, we need a certain culture. В бывшем Советском Союзе мы, протестанты, были в обществе не особо признанные. In the past, in the former Soviet Union, the believers, they were in an environment that was hostile to them. Нас даже называли частью общества без особой культуры. They even refer to us as those who do not have a particular culture. Если честно сказать, то протестантская бескультурщина, она стала чуть ли не пословицей. And so the Christian sort of unculturedness, it became sort of a way that was used to characterize and define the believers of that day. Невозможно устанавливать жизнь, отказываясь от культуры. You cannot found and form life apart from any particular culture. Культура церкви, которая есть свет миру. The culture of the church, which is the light of the world. Блаженство. It is a blessedness. Блаженство. It's blessedness. It's more than blessedness. It's beatitude. It's beatitude. It's makaria. Thank you. And makaria is Greek. Yeah. Значит, культура связана с блаженством. And so culture, it is tied together with this blessedness. Beatitude. Девять таких блаженств называет Христос. These nine beatitudes Christ lists here in Matthew 5. С первого стиха по 12 стих. It is from verse 1 through 12. Христос называет
9 таких блаженств. Jesus, he lists 9 of them. Значит, культура блаженства это не общее что-то. And so this culture of beatitudes, it's something that's not really common. Христиане любят генерализировать. Christians, they tend to generalize things. Все в общем. Everything is just very generic. Мы в общем любим. We just love everything corporately. Мы в общем славим. We just worship corporately. Мы в общем святые. We are corporately holy together. В Библии нигде нет таких понятий в общем. But the church never really has this kind of approach of just a very corporate thing. В Библии блаженство завязано на определенной квалификации, на категориях качественных. But in the Bible, it speaks here of the qualifications. Yeah, right. Yeah. Good. Very good. 9 таких квалификаций. It speaks here of 9 particular qualifications. В еврейском понимании цифры все символы жизни. In the Greek format, it shows. Hebrew. In the Hebrew, all the symbols, they're a form of life. А когда говорят 9 символов, but when it speaks here of the 9 symbols, то это 3 умножить на 3. Here it refers to 3 times 3. Это означает абсолютная гармония. Here it means, and it refers to absolute harmony. Абсолютное блаженство. All absolute beatitude. Нет никаких исключений из правил. No, it's concrete and fundamental. Если вы хотите понимать евангельскую культуру света и соли, if you want to understand the Christian understanding of salt and light, если вы хотите быть церковью на горе, if you want to become a city that's set on a hill, не только по названию, not just by name only, вам надо переехать на вашу гору, у вас тут большая гора, you need to go to the mountain which is known as Rainier. Не, оставайтесь там, где вы есть. Now you guys can continue being where you're at. Но сердце должно быть настроено на блаженство. But a heart has to be set forth to this state of beatitudeness. Что это за 9 таких качественных категорий? What are these 9 qualifications or categories that Jesus lists? Во-первых, Христос говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. First thing he says are blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Он не говорит их будет Царство Небесное. He does not say that they, for them, there will be the kingdom of heaven. Он употребляет настоящее время. He's speaking of the present state. Уже сейчас они будут жить в Царстве Небесном. He says even right now they're going to be living in this kingdom of heaven. Настоящее время. In the present. Но люди, которых он называет, мы их не любим. But the ones that he calls or he refers to, we don't really like them. Вы что, любите нищих? Do you like the ones that are poor in spirit? Ну, нищих вообще, они poor in spirit. Just poor guys. Кто любит нищих? Who likes the poor? Кто хочет быть нищим? Who wants to be referred to as poor? Я посмотрю на вашу одежду. I look at your guys' clothing. На ваш makeup. Your guys, girls' makeup, some guys. Да. Some guys also. These days. Я послушал вас worship. I listen to your worship. Я смотрю на ваши инструменты. I look at your musical instruments. Это не Белоруссия. This is not Belarus. Belarus. Тут нищих нет. Here there is no poor apparently. Мы не хотим быть нищими. We don't want the state of poorness. А Христос начинает и говорит: блаженны нищие духом. But Jesus, he starts his declaration by saying, blessed are the poor. Вы знаете, быть нищим это уже плохо. You see, being poor, it's already bad in itself. Это когда денег нет. This is when you have no finances. Когда баксов нет. When there is no money. А быть нищим в духе. But to be poor in spirit. Это когда мозгов нет. This is when you have no mind, perhaps. Это еще хуже. This is even worse. Это когда я перестал контролировать свою жизнь своим мозгами. It is when I stop controlling my life with my own mind. А кто это любит? Who likes this state? Извините, пожалуйста, кто из вас хочет перестать мозговить? Forgive me for asking this, but who wants to continue living a life, or who wants to start living a life not operating their cognitive faculties? Я вам честно скажу, когда я это первый раз прочитал. You see, to be honest with you, the first time I read this. Я сказал: Господь, а я профессор. I said, Lord, I'm a professor. Я хочу мыслить. He said, I like to think. А он мне говорит: тогда не будет блаженства. He says, then this will not be a beatitude for you. Вы хотите быть благословенными? Do you want to be blessed? Вы хотите быть церковью на горе? Do you want to be a city on a hill?
вам надо перестать контролировать свою жизнь. You need to stop controlling your own personal life. Вам надо передать вашу жизнь в руки того, который способен обустроить в нас свет. You need to surrender your life to him who is able to bring and emanate light in your life. Вы знаете, что такое свет? Do you know what light is? Свет — это всегда движение. Life is always a active. Если свет перестанет двигаться, if light will stop functioning, все будет темно вокруг. Everything нас. Will be dark. Нет света без движения. There is no light without movement. Свет — это движение. Light is a movement. А как войти в такое движение? But how do we enter into this sphere? Христос своим ученикам говорит. Jesus, he speaks to his disciples. Пойдите в Иерусалим. He says, go to Jerusalem. Сядьте и ждите. He says, go, sit and wait. Не двигайтесь. Don't move around. Я пошлю вам Духа моего. He says, I will send my Spirit to you. И когда Дух Святой сниспадет на вас, and when the Holy Spirit falls on you, исполнит вас, and you will be filled with it, тогда вы станете мне свидетелями. He says, then you will be my witnesses. В Иерусалиме. In Jerusalem. В Белоруссии. In Belarus. На Украине. In Ukraine. Без автомата в руках. Without a gun in your hand. И до конца земли. And to the ends of the earth. Вы будете мне свидетелями. You will be my witnesses. А почему? Why? А потому что Дух Святой начнет контролировать вашу жизнь. It's because the Holy Spirit will start to control your life. Вы уже не будете решать сами свои вопросы. You will not be able to start functioning on your own behalf. В Ефесянам написано, мы Его творение, созданные на дела добрые, которые Он назначил нам творить. In Ephesians, Paul writes that we are His created beings set forth to do His works that He predestined or predetermined for us to do. Не можно быть христианином, желающим быть светом миру. You cannot be a Christian set forth to become a city on a hill. И в то же самое время заниматься от себя. And at the same time, start working out of your own point of view. Хочу сюда. I want to go here. Хочу туда. I want to do this. Хочу буду учиться этому. If I want to, I'm going to study here. Хочу другому. Or I'll do this. Хочу побольше долларов, поменяю работу. If I want to make some more money, I'm just going to change my job. Да, хотел жениться на этой, поженился на этой. Yes, I wanted to get married to this girl. Yes, I got married to her. Я сам решаю. I make my own decisions. Нищие духом сами уже не решают. Poor in spirit, they do not make these decisions just by themselves. Культура церкви на горе. The culture of the city on a hill. Блаженная культура. This beatitude. Это культура, которую творит Дух Святой. It is one that the Holy Spirit creates. Он в вас влагает дары Духа Святого. The Holy Spirit, He places this into your heart. И эти дары Духа Святого становятся вашим заданием. And these gifts of the Holy Spirit, it becomes your objective. Вы рука в теле Христова. You are a hand in the body of Christ. Глаз в теле Христова. You are an eye in the body of Christ. Нос в теле Христова. You are a nose, perhaps, in the body of Christ. Или же, скажем, нога. Or perhaps even a leg. Вы когда-нибудь видели, что можно было бы заменить нос глазом? Have you ever seen something where someone could replace the leg with their eye? У нас же раньше в протестантском мире, в бывшем Советском Союзе, мы все не гордились ничем. Мы не гордились. We were not proud in the former Soviet Union. Oh, we in the past Soviet Union, we were not proudful of anything. Yeah. So мы обычно пытались быть очень такими, знаете, ну, кроткими. And so we wanted to be very, you know, these humble, meek little people. Сделал Бог человека глазом в теле Христова. If you know God created someone as an eye in the body of Christ, perhaps. Но он не хочет возгордиться. But he does not want to become too prideful. И сажается на задницу. And so he sits down on his own behind. А потом тело Христово село. And so then the body of Christ it sits down on its butt. А ему больно. And it's painful for him. Не садись, говорит. He says, do not sit down. Ну, надо же отдохнуть, дай отдохнуть. But he says, I need to rest. Give me, you know, I just need to rest. Дорогой глаз, тебе место не на заднице. Listen, dear eye, your objective is not to be sitting on your behind. А в голове. It is to be function in the head. И ты не можешь решать, куда сесть. And you do not have the right to determine where you will sit down. Потому что Бог тебя призвал. Because God has called you. Бог тебя назначил. He has anointed and appointed you. И Бог тебе дает делать, творить дела. And he gives you a specific obligation for you to do. Это его решение. This is his predetermination. Это не твое решение. Not yours. Ох, американцы таких слов не любят. Oh, the, you know, our 21st century Western culture hates these words. American culture.
Не любят они этих слов. They don't like these words. Потому что они индивидуалисты. It's because we're individualistic. Каждый хочет своего. Everyone wants their personal thing. И оттуда у нас в церкви нет культуры. And this is why in the church we do not have this culture of beatitude. У нас нет культуры блаженства. We don't have this culture of beatitude. Во-вторых. Second. Второе блаженство. The second blessedness. Оно еще лучше. It's even better. Там написано. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. It says here, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ну, вы знаете, одно дело плачущие, может, еще поймешь. It's still understandable, those who mourn, I can still understand that. А когда ты прочитаешь это слово на греческом языке, то тогда вообще становится интересно. But if you start reading this in the Greek translation, this becomes even more opaque. Там написано, блаженные ревущие. Here it says, blessed are those who are weeping. No, weeping. They're yelling, weeping. They're ревущие. That's those more who are wailing, than weeping. Is wailing better? Oh, that's good. Good. Okay. Блаженные ревущие. Blessed are the wailers. Потому что because они будут исполнены Духом Святым. Because they will be filled with the Spirit of God, the Holy Spirit. Потому что утешать это значит параклезис. Because to become a comforter, that is the one of the adjectives that is used for the Holy Spirit. Because его звать, Духа Святого звать в Библии параклетос. The Holy Spirit is referred to in the Bible as the Paracletus. He is a comforter. He is Он успокоитель. He is the comforter. Он нас утешает. He comforts us. Так что значит, чем больше ревешь, тем больше Дух Святого? What does this mean? The more you wail, the more you need the Holy Spirit? Вот интересно это слово, нет? And this is a very interesting word, is it not? Подумайте. Я не буду излагать, вы домой пойдете и начнете выяснять. I will not just, you know, I'm not going to give you all the definition. You can come home. Времени у меня так или иначе не хватит. I'm not going to have enough time to set forth or unpack this word. Но на это здесь я скажу. But this I will say. Этот плачущий человек, он всегда плачет о своем состоянии. This person that's wailing, he's always doing this about his own condition. Он плачет, потому что он понял, этот человек понял, что он сам по себе никто. It's because this person understands he in and of himself is a no one. Я из своих собственных соображений не в силах сделать нечто. Out of my own functionalities, I am not able to do anything. Вы на столе вот найдете несколько книг моих. You will in the back find a few of my books. Там одна книга о мастурбации. One book is on the topic of masturbation. Называется «Я сам себе». It's titled "I Will Do It to Myself." Oh, well, that's exactly what's titled. Yeah, okay. И когда я ее так назвал, меня чуть ли из церкви не исключили. And when I titled my book of such a way, they almost excommunicated me from the church. Но я удивляюсь, в наших церквях нет таких молодых людей, и в принципе почти нет и взрослых. In our church, I'm amazed we do not have any young people, even some older, которые не занимаются мастурбацией. Who are not masturbating. Они просто брешут себе в карман. They just what? Брешут себе в карман. They lie themselves in their pocket. Oh. Брут себе в карман. They lie to themselves. Well, it's very nice. Yeah. It has nothing to do with Russian language, but it's okay. It's okay. Very nice. Yeah? So, они сами себя обманывают. They are deceiving themselves. Потому что если в действительности есть освобождение, оно навсегда. Because if there truly is freedom, it's forever. А если нет? But if there isn't, зачем тогда сказки рассказывать? Then why do we need to tell each other tall tales? Вы найдете другую книгу о порнографии. You will find right next to it a book on pornography. Вы знаете, что сегодня в Северной Америке, у вас тут в Америке, do you know that in the Western culture here in America, официально более 20% всех пастырей зависли на порнографии. Do you know that 20% of all pastors are hooked on pornography? Не говоря уже о мужчинах, о молодежи, о нормальных членах церкви. We're not speaking here of the youth or just the members of the church or just males in specific. Я не говорю о тех, которые не говорят на языках. I'm not speaking of those who are not speaking in tongues. Я говорю о таких, как вы и я. I'm speaking of those, referring to those who are like you and I. Так где свобода? Where is the freedom? Мне иногда кажется, что мы как тот Павел, апостол Павел. I for once start to think that we are likened to Apostle Paul. В Римлянам 7:24 он кричит к Богу. In Romans chapter 7:24, it's as if he's crying out to God. Бедный я человек. Says, oh, wretched man that I am. То хорошее, что хочу делать, не делаю. That good what I tend to do, I can't do it. А то, что я ненавижу, то делаю. But that which I hate, I go and do it.
Кто избавит меня? He goes and continues by saying, "Who will free me or set me free?" От этого тела. From this body of mine. Греха. Of sin. Кто? Who will do this? И он отвечает. And then he answers his own question that he gives. В Духе Святом. He says, "Praise be to God in the Holy Spirit." Атмосфера и культура церкви на горе – это культура людей, которые знают свою неспособность. The atmosphere and the culture of the church of a city on a hill – it is those who know their incapabilities. Они стали честными. They become true and honest with themselves. Вы, может, не помните уже Горбачева? You guys perhaps don't remember Mikhail Gorbachev. Там был вот такой был у нас генеральный секретарь, который перестройку устроил в Союзе. Man who did the perestroika in Russia. Он однажды сказал прекрасное предложение. He gave this declaration. Он сказал, не будет перестройки. He said there will be no perestroika. Перестройка means transformation. Не будет перестройки. He says there will not be such a thing. Such a transformation. Okay. Безгласности. There will be no transformation without any transparency. Oh, that's good. He is a great guy, isn't he? Hey, he is the best translator, wonderful. Yeah, I know it's already a bit wet, but it's coming. Yeah? Не будет никакой перестройки без гласности. There will be no transformation without any transparency. Если мы не будем жить во свете, if we will not live in the light, и будем врать самим себе в карман, and we will be deceiving ourselves, у нас не будет жизни в духе. We will not be living a life in the spirit. Мы будем делать только вид. We will only be portraying a portrait. Поэтому Христос говорит, блаженны плачущие. And so Jesus, he says here, blessed are those who weep. Потому что они утешатся. For they shall be comforted. А потом следующее. The next. Блаженны кроткие. Blessed are the meek. Потому что они наследуют землю. For they shall inherit the earth. Я пишу книгу, почти уже закончил. I am writing a book, almost finished. О новой экономической системе. It's of the new economical system. И эта книга будет о микологии. And here this will be speaking of микологии. Микологии. Meek? Meek. Oh, микологии. Okay, I got you. No. Capitalism anymore. Nope. Mycology. Mycologia. Mycology. Это культура кротости. This is the culture. The culture of the meek. Of the meek. Yeah. Это культура кротости. This is a culture of the meek. В этой культуре мы думаем о ближнем, а не о себе. It is a culture where we think of our neighbor instead of ourselves. В капитализме каждый думает только о себе. In capitalism, everyone thinks about their own. Где урвать как можно больше кусок? Where can I get a bigger piece of land? For me. For myself. For myself. Где урвать побольше кусок для себя? Where can I find a greater portion for myself? Мы думаем о себе. We are constantly thinking inwardly. В культуре кротости. But in the culture of meekness. Мы думаем о ближнем. We are always thinking about our neighbor. Люди придут в вашу церковь. People will come and enter your church. Люди, которых никто не признает ни за что. Perhaps people that are not considered or treated as worth of any worth. Вы с ним поздороваетесь. And if you will shake their hand. Вы его обнимете. If you will hug and greet him. А он может быть бомжа. And perhaps he might even be a homeless person. Он может воняет. He perhaps smells a little awful. Вы его все равно обняли. But if you even hug him still. Потому что ваша культура направлена на благословение ближнего, а не на самих себя. Because your culture is set forth upon blessing the neighbor instead of yourself. И вы знаете, что произойдет? And you know what will happen as a result? В следующий раз этот бомжа придет уже помывшись. It's the next time he will come already washing himself. Он захочет быть среди вас. He will want to be in your midst. Его сюда потянет. He will be drawn to this place. Он здесь нашел магнит любви. He's found here the magnet of love. Потому что культура кротости это культура любви к ближнему. Because the culture of meekness it is the culture that's set forth to my neighbor. Невозможно любить Бога не любя ближнего своего. You cannot love God not loving first your neighbor. Итак, культура блаженства so this beatitude, продолжает, и Христос продолжает говорить, культура блаженства, она связана в четвертых.
Jesus, he continues here, the fourth one he lists. На людях, которые алчут и жаждут правды. Here, the blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ибо они насытятся. For they shall be filled. Люди, которые жаждут истины. Those who hunger for the truth. Которые не соглашаются с полуправдой. Who are not going to be satisfied with half-truths in their life. Вы знаете, мы пожилое поколение, мы приехали из Советского Союза. You see, we, the elderly generation, we came from the former Soviet Union. Центральная газета у нас называлась «Правдой». The central newspaper was called or known as the Truth. И все знали, что там правды никакой не было. And everyone knew that this paper that's called Truth, it has no truths in it. Если кто-нибудь писал какой-нибудь репорт, что он сделал ту и ту работу, if someone had listed a report that they did so and so such a thing, ему никто не верил. No one believed him. Мы жили в культуре двоеверия. We lived in a culture of misbelief. В культуре лицемерия. A culture of hypocrites. В культуре постоянного вранья и обмана. It's a culture where lies were always propagated. А вы знаете, кто отец всякой лжи? But do you know who the father of all lies is? Дьявол. It's the devil. И когда мы живем полуправдой, and so when we live in a place of half-truths, когда мы говорим одно, а делаем совсем другое, if we speak one thing but we act categorically different, тогда у нас нет благословения. We have no blessing in our life. Я помню миссионерскую поездку по Африке. I remember my missionary journey in Africa. Со мной была белорусская музыкальная группа. I had a musical group from Belarus. И мы посетили множество различных церквей. And we visited many multitude amount of churches. Вначале было пробуждение, люди каялись. In the beginning there was a revival, people were being saved. Мы видели людей, которые исцелялись от болезней. We saw people that were being healed from sicknesses. Мы были такими благословенными. We were just so enthralled by it all. А чем дальше в лес, тем больше дров. But the further we went, the harder it got. Больше и больше проблем. And now we started to encounter more and more problems. И меньше покаяний. And less salvations. И мы стали спрашивать Господа, почему так? And we started to ask the Lord, why is this so? А Господь нам говорит. But God, he said to us. Вы вежливые белорусы. He says, you are weak little Belarusians. Вас африканцы спрашивают, как у вас дела? You, the African people, are asking, how are you doing? Вы устали. You are already tired. У вас головные боли. You already have headaches going on. Вам вообще больше нехорошо. It's not good or well with you anymore. А что вы говорите? But what is your response to these ну, people? Слава Богу, все You're хорошо. Saying, oh, praise the Lord, all is well. Вы же постоянно врете. You are always lying to these people. Вы не говорите правду. You are not speaking the truth to them. И вы ожидаете, что Бог вас благословит? And you are waiting and anticipating for God to bless you? Знаю, что белорусы научились такой болтовне от американцев. I know that the Belarusians they found how to make these half-truths from the Americans. Я учился здесь в Америке. I am here. I came to study here in America. Я жил тут несколько лет. I lived here for a few years. Я был пастором церкви. I was a pastor of a church. В Калифорнии. Here in California. И я помню, когда впервые начал говорить правду. And the first time I started to speak the truth. Мне брат говорит, зачем ты так грубо? One person said, why are you so bold and Потому что американец он улыбается. It's because America is always just smiling. У него всегда все хорошо. Everything is good and well with him. И живет, живот растет как следует. And the stomach is just growing a little. Потому что есть всякое макдональдское барахло. We are just enjoying the fast food restaurants. Such вот as так, McDonald's. Точно правильно переводит. Вот. Молодец. Вот. Значит, что нам говорит Библия? And so what does the Bible say here? Если мы жаждем истины, if we hunger for the truth, если мы живем в культуре правды, if we live in the culture of truth, если мы забили в нашей церкви всякое понятие полуправды, if we are filled in the church with half-truths, лучше мы будем страдать от того, что мы не можем всегда сказать правду. It is better for us to not being able to give truths. Помогать друг другу встать на ноги. It's better to help and encourage one another to start being truthful. Но у вас в городе Сиэтле все будут говорить, хочешь знать, где говорят правду, пойди к ним. Everyone in the greater Seattle area will say, if you want to hear the truth, you can go and meet those people. Там люди полуправдой не занимаются. Down there, people do not deal with half-truths. Они истинны. They are truthful. Культура блаженства — это культура истины. The culture of blessed beatitude, it's one of truthfulness. И в-пятых. And so the fifth. Христос говорит: блаженны милостивые, потому что они
Seventh verse, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Те, которые живут милостью. Those who are merciful. Это люди, которые способны прощать. It's those who are able to forgive. Помните, Христос учил нас молиться. Отче наш. How did Jesus teach us to pray? Our heavenly Father. И сказал: просите так. And then he says, ask in this way. И прости нам наши прегрешения, как мы прощаем должникам нашим. Forgive our transgressions as we forgive those who sin against us. Прости нам, как мы прощаем. Forgive us as we forgive one another. А как у вас? And how is it in us, though? Сколько раз вы способны простить? How many times are you able to forgive? Ну вот Васька вас обманул раз. Well, you know, Vasily, he lied to you once. Потом Васька еще раз вас обманул. And then he decided to do it the second time. А потом третий раз обманул. And then he decided to do it a third time too. А четвертый раз его попросили пойти поехать обратно домой. And then fourth time they asked him to go и back home. И вы уже не готовы ему прощать, правильно? And they weren't willing to forgive him anymore, right? Ну вы, наверное, готовы, но у меня с этим проблемы. Maybe you guys are willing, but I have a problem, a personal problem. У меня с этим проблемы. I had a personal problem. И мне нужно было встать на колени перед Богом и просить, чтобы он меня исполнил культурой. And I had to ask and fall on my knees and ask God to give me this culture of mercifulness. Я хочу жить культурой милости. I want to live in a culture of mercy. Потому что если я буду прощать, Бог мне простит. Because if I will be forgiving, God will forgive me back. И люди услышат в мире. And people will hear in the world. В этой церкви тебе простят. That in this church, people will forgive you. К вам придут последние фрукты вашего общества. You will encounter the scum of perhaps of even society that will come to this church. Они придут сюда. They will come. Потому что люди страдают от того, что им не прощают. It's because people are pained and grieved over the fact that no one is able to forgive them. Люди не знают, куда пойти. Здесь в Америке люди пытаются исчезнуть, спрятать свое нечестие. People are not, they do not know where to go because they're trying to hide their guilt and their iniquities. А когда я знаю, тут культура милости. But if I know here is a culture of mercy. Тут культура прощения. Here is a culture of forgiveness. Тогда я приду. Then I can come. Тогда я приду. Then I can come. Еще одно и последнее, а потом я вам разрешу самим думать. One more, then I will allow you guys to start thinking by yourself. Здесь написано: блаженные чистые сердцем. Here it says, blessed are the pure in heart, ибо они Бога узрят. For they shall see God. Там употребляется интересное слово. Here, there's an interesting word that's being used. Это не просто Бога узрят глазами, которые у них есть. It's not they shall see God with just their personal physical eyes. Они будут иметь с Богом непосредственное общение. But here it means that they will have an unrelinquished relationship with God. С глазу на глаз. Eye to an eye. С уха на ухо. With their ear to an ear. Непосредственное общение. It's this relationship that's unending. Вы знаете, как я страдаю от того, что евангельские христиане с Богом не общаются. I am struggling mightily with the fact that many Christians, they don't have any type of relationship with God. Бог с ними не разговаривает. God doesn't speak to them. Они разговаривают с ним. They speak to him. Они ему все говорят. They speak perhaps everything to him. Они кричат и орут. They cry and they yell to God. Они танцуют перед Богом. They dance on their heads. А он молчит. But he's quiet, silent. Разве это личное общение? Is this a personal relationship? Это когда я ему говорю, он молчит. When I speak to him and he is silent. Вы знаете, библейское название молитва – это диалог. The biblical concept of prayer, it's always known as a dialogue. Это диалог. It's a dialogue. Это беседа. It's a conversation. А беседа, когда я говорю, он слушает, потом он говорит, я слушаю. It is a conversation where I speak, he listens, and then he starts speaking and I listen. На книжном столе вы найдете книгу «Общение с Богом». In the back you will find a book by the name of relationship or communication with God. Это все эти книги, они душепопечительного склада. All of these books, they're sort of in the format of counseling. И мы пытаемся людям помочь найти, вернуться в непосредственное общение с Богом. And it is here that we are trying to help people to go back into that relationship with God. Здесь написано: блаженные чистые сердцем. Here it says, blessed are the pure in heart. Здесь не написано: блаженные те, которые много молятся. It is not saying here, blessed are those who pray much. Здесь не написано: блаженны те, у которых прославление, 100%
четкое. It is not saying here, blessed are those who have a worship group that's just 100% on it. Здесь все это не написано. It's not saying here. Здесь написано, блаженные чистые сердца. It says here, blessed are the pure in heart. А чистое сердце — это очищенное сердце Христово. But one that is pure in heart, it's one that has been purified first by Christ. Невозможно самому очистить свое сердце. You cannot purify your own heart by yourself. Невозможно. It's impossible. Надо пасть перед Богом, просить Его очистить сердце. It is when we only come to Him and we ask Him to first purify us. И очистив мое сердце. And Him, and He, cleansing our heart. Дух Святой исполнит мое сердце своим присутствием. The Holy Spirit will fill me with His presence. Он выгонит из моего сердца все демонические силы. He will set me free from all demonic strongholds in my life. И тогда начнется непосредственное общение с Богом. And that is when we will start having that relationship with God. Вы когда-нибудь думали, размышляли о первой и о второй главе в Деяниях апостолов? Have you ever thought or pondered, considered the first two chapters of Acts? Христос сказал ученикам: «Пойдите в Иерусалим, ждите, пока Дух Святой на вас». Jesus said to the disciples, "Go into Jerusalem, wait for the promised Holy Spirit." Но они в то время все были несколько советскими. But at that time, all of them they were sort of very Soviet-like. Все немножко русские. Very little Russian-like, Slavic-like. Украинцы, белорусы. И ну как выдержать без членского собрания? How can we continue and wait without a member service? Протестанты без этого не могут. You know, the Protestants, we can't go without this. Надо собрать всех, надо дискутировать. Oh, we need to gather everyone. We need to discuss vital, important issues. Решать какую-нибудь проблему. We need to deal and solve problems. Ничего подобного Христос им не сказал. Jesus didn't say anything like this. Петр собрал свою армию. Peter, he gathered his army. В первой главе написано. Figuratively speaking. Открыл Библию. He opened the Bible. Прочитал два места из Псалмов. He read two places from the Psalm. И говорит, надо заменить Иуду новым апостолом. And he says, we need to replace Judas with another apostle. Но Бог не разговаривает. God wasn't speaking. И Петр предлагает типично оккультный акт. And all of a sudden, Peter, he starts offering an occultic practice as an alternative. Косточки бросим. He says, let us cast some lots. И тогда мы увидим. And then we will see. И делают это. And they do this. Это где? Это в церкви апостолов. Where was this? Косточки бросают. In the apostolic church, they start casting lots. Это подумать надо. You have to get really shrewd in your thinking here. Выбрали Матфея. They gathered and the lot fell on Matthias. Об этом товарище мы ничего в Библии больше не читаем. About the person Matthias, we do not hear anything else from him written in the scriptures. В истории церкви ничего о нем не известно. In the history of the church, there is no mention of this man. Это был типичный нулевой номер протестантского членского собрания. He was the quintessential figure of the member service in the Protestant Reformation. Сделали. We'll do it ourselves. И ничего не получилось. And nothing happened as a result. А потом вторая глава. But then in the second chapter, Дух Святой снизпал на них. The Holy Spirit fell on them. На таких, которые бросали косточки. It is those who were casting lots. Это уже благодать. And that is already grace. И подумать, на таких дураков. You think I'm such foolish men. Да? И снизпал на них Дух Святой. And the Holy Spirit fell on them. Заговорили на язык. They started speaking in tongues. Люди удивляются. And people, they were truly amazed. Задают вопросы. They were asking questions. И тогда Петр опять поднялся. And all of a sudden, Peter stands up again. Опять читает два места из Псалмов. Once again, he opens the scriptures and reads from the Psalms. Мне иногда кажется, что он больше и не знал. You would think that he doesn't know much anymore. Читает два места из Псалмов. He reads two places. Объясняет людям, что произошло. He explains to the people what happened. И 3000 человек отдают свою жизнь Господу. And 3000 people surrender their life to Christ. Вы знаете, в чем разница между первой и второй главой? Do you know what the difference between the first and the second chapter are? В греческом языке четко просматривается. In the Greek language, it's very understandable. В русском вообще не просматривается. And the Russian, it's an enigma. И в американском тоже не просматривается. And so forth in the American Bible. Потому что мы просто пишем, он взял в руки слово. It's because here it just says that he took the word in his hand. А в греческом в первой главе он взял в руки букву. But in the Greek it says that he took a letter. А во втором? But in the second chapter it says он взял в руки дух. He took the spirit. Или даже можно сказать, дух его взял. Or you could say it vice versa, the spirit took him.
Разница великая. The difference is great. Разница заключается в том, одно членское собрание нулевой номер. The difference is that the first member service there was they allotted Matthias, who was a zero. Да еще и оккультный акт. And they did it in the form of an occultic practice. А второй? But in the second chapter, 3000 человек покаялось. 3000 people are saved. Wow. That's a big difference. City on the hill. Город на горе. City on a hill. Город на горе. Люди с чистым сердцем будут иметь общение с Богом. People that are pure in heart, they will have a relationship with God. Не просто общение с буквой. Not just a relationship with letters. Не просто общение с религией. Not just a relationship with a religious practice. А общение с самим живым Богом. But a truly relationship with the living God. И результат будет великим. And the result will be great. Мое время, к сожалению, закончилось. My time has ended. Я бы с удовольствием с вами еще обсудил все остальные оставшиеся позиции. I would truly enjoy discussing different positions. Но сегодня мы первый раз встретились. But today we only met for the first time. И расти слава означает слава Божия будет расти. And Rostislav means that the glory of God will grow. Ваш пастор такое имя себе не придумал, родители ему дали. You see, he didn't decide this name for himself. It was his parents that sort of prophesied in his life. Я надеюсь, что вы закончите все девять. And I believe that you guys will finish all the rest of the Beatitudes. Но больше этого. But more, even more so than this. Церковь ваша начнет работать над культурой блаженства. That I hope that your church will start working on the culture of this of these Beatitudes. Серьезно работать. To work, start working very seriously. И эти позиции начнут в вашей жизни быть реальной действительностью. And these positions, they will become a reality in your life. Тогда то, что тут началось, and that which has started here, и у вас уже сейчас места нет, and now you guys don't even have any more room here, пойдет по миру. Would it just continue to spread forth throughout the earth? Я думаю, что даже до Турции дойдет. And I think that even will come even perhaps to Turkey. И может быть, это приглашение этого кольца. And I think maybe the invitation of this ring that I'm wearing. Из города апостола Павла. From the city of the great apostle Paul. Из Антиохии. From Antioch. Будет вам приглашение. It will be for you an invitation. Сегодня там живет 1.5 миллиона беженцев. 1.5 million refugees are living in such a way. Около 100 тысяч из них христиане. Around 100,000 of them are believers. Они живут в страшных условиях. They are living in very severe and difficult situations. Сейчас температура упала. The temperature has dropped. Мы должны обязательно помочь им привезти какие-нибудь контрамарки. We have to help them find some kind of shelter in any way. Well, there is shelter. There's tents, but there is nothing to warm the tents up. Oh, they don't have anything to warm the tents There's up. There's no heating system. There is. And a contramarca is a heating system. Okay. Well, I just translate. It's okay. Thank you. Yeah. So, but such a, такая контрамарка. У них нет этих денег. We don't have that kind of finances. Там в этот. У нас у них нет этих денег. We don't have that kind of finances. Там в этой церкви в армянской сейчас 350 новообращенных верующих. In this Armenian church, there's 350 new believers. Они говорят. They say, нам Бог послал сюда 1.5 миллиона людей. God has sent us here 1.5 million people. Они готовы слушать. They're willing to hear. Нам срочно нужна помощь. They say we need, you know, rapid help. Поэтому они мне колечко прислали. And so they sent me this ring. И сказали, что она меня приведет к церквям, которые он приготовил. And he said that they will lead me to churches that God already ordained for them to be involved in this. Друзья, вам не повезло, вы первая церковь. Folks, I'm sorry to mention this, you are the first church that I visited. Not the first church I visited, but the first church I visited because of the ring. Yeah. Lord of the rings. И Бог любит вас. And God loves you. Бог вас призывает. God is calling you. Вы церковь на горе. You are the city on a hill. С горы далеко видно. From the hill, there is a great vantage point. И Бог вам говорит. And God says. Ваш Иерусалим это Сиэтл. Your Jerusalem is Seattle. Здесь вы начали. Here you began. Ваша Иудея это state of Washington. Your Judea is the state of Washington. Ваша Самария это США и Канада. Your Samaria is Canada, the greater United States. А мир
ожидающий вас, but the world that is awaiting you, он доведет вас до Турции. It will lead you even to Turkey. Ваш свет Your light, станет виден всем. It will become imminent or it will emanate. Когда Христос говорил своим ученикам, и снисподет Дух Святой на вас, и вы станете мне свидетелями вплоть до конца земли. When Jesus said that the Holy Spirit will fall upon you and you will be my witnesses till the ends of the earth. Он употребил интересную грамматическую форму. He used a very interesting grammatical formula. Там написано в Иерусалиме. It says here in Jerusalem. И в Иудее. And in Judea. И в Самарии. And in Samaria. И до конца земли. And to the ends of the earth. Это не одно за другим. It's not saying here one after the other. Это все в одно и то же время. It means all four of them are wrapped up simultaneously in and of itself. Это все в одно и то же время. It's all at the same time. Поэтому все наши блаженства, so, all of our beatitudes, они в грамматической форме находятся в настоящем времени. They are all in the grammatical understanding of they are taking place in the present together. Мы сейчас имеем Царство Небесное. Right now we have the kingdom of God. Мы сейчас будем насыщены. Right now we are going to be filled. Мы сегодня получаем Его силу. Today we receive His help. Нам сегодня дано задание. Today we have an objective before us. Потому что мы сегодня свет миру и соль. It is because even today we are the salt of the world and the light of the world. Hey, city on the hill, I love you. Yeah, I know. The girls especially over there. But you know, yeah, I never had such a reaction. A great reaction. Would you do it one more time, please? Ah, wonderful. So you are the first to be invited to come to Turkey and evangelize. Oh, that's going to turn into a oh. Пусть Господь вас благословит. May God bless you guys. Я хочу за вас помолиться. I want to pray for you. Я хочу вас благословить. I want to bless you. Я хочу благословить тех, которые согласны работать на культуру блаженства. I want to pray for those who are willing to be working for this culture of the Beatitudes. Культуру блаженства, которая изменит вашу всю жизнь. This culture that will change or transform your life. Вашу биографию. The biography of your life. Вы будете нищими в духе. You will be the poor in spirit. Но благословенные в царстве. But you will be the blessed ones in the kingdom of heaven. Вы будете плачущие о своем состоянии. You will be those who are wailing in, of your situation and condition. Но исполнены Духом Святым. But be filled with the Holy Spirit. Вы будете кроткие, не мыслить о себе самих. You will be meek and not thinking first about yourself. Но тысячу ближних ваших придут к вам. But you will be first thinking about your neighbors and those that surround you. Вы станете светом. You will become that light. Божьим на земле. Of God on the earth. Кто из вас желает? Who wants and desires this? Я прошу вас встать. Я I ask помолюсь. That you guys stand, please. Господь мой, Бог мой. God, Father. Отец небесный. Heavenly Father. Иисус Христос. Jesus Christ. Дух Святой. The Holy Spirit. Мы славим Тебя. We praise you. Мы поднимаем имя Твое над местом этим. We exalt your place, your name in this place. Потому что это Твое место. Because this is your place, God. Ты призвал свою церковь. You have called your church. Ты вызвал их из мира этого. You have called them out from this world. И ты хочешь, чтобы они обустроили культуру блаженства. And you want them to reinforce the culture of beatitudes. Ты даешь им силу Духа Святого. You give them the power of your spirit. Ты направляешь пути. You set forth their paths. Благослови. Bless them, Lord. Господь, пройдись по нашим рядам. God, I ask that you would walk through the pews here today. Я тебя очень прошу, пройдись по нашим рядам. May you walk even amongst our pews. Подойди к тем, которые еще не знают твоей силы. Come to those who do not yet know your power. Подойди к тем, которые делают вид святости. Those who give the form of godliness. А святости у них нет. But they have no such thing. Господь, я прошу Тебя, подойди тем, которые желали бы Твоей силы. God, ask for those who perhaps desire your power. А силы у них нет. But they have no such thing. Господь, я прошу Тебя, Ты притронься к ним. God, I ask that you would touch them. Дух Святой, прошу, войди в них и исполни их жизнь. Holy Spirit, may you come into their life. Ты можешь это. You can do such a thing. Слава Тебе. Praise be to you. Слава Тебе. Praise be to you. Аллилуйя. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе, Иисус Христос. Thank you, Lord. Слава Тебе, Господь Thank наш. You, Jesus. Мы просим Тебя. We ask you, Lord. Ты
сделай эту церковь истинным светом в мире. May you make this church a true light in this world. Солью земли. The salt of the earth. Твоей посланницей в мир. Your representation here on the earth. Твои миссионеры. Your missionaries. Слава тебе. Praise be to you, God. Слава тебе. Слава тебе. Praise be to you. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Аминь. Amen. Аминь.